учителя и ученики самой лучшей школы. В эфире очередная передача школьного телевидения. Подошел к концу очередной учебный год. Он был наполнен самыми разными событиями. Приятными и не очень. Победами и неудачами, надеждами и разочарованиями. Но время пролетело удивительно быстро. Подробно об успехах школы было рассказано на творческом отчете. Подробнее в следующем сюжете. Всем привет! С вами Таня и София. На протяжении 12 лет школа подводит итоги своих достижений и работы. В этом году он проходил 21 апреля в социально-культурном комплексе. К собравшимся обратилась директор школы номер 1 Наталья Николаевна Баева. Здравствуй, школа! Школа, где каждый успешен. Мы в этом году с вами отметили 110-летний юбилей. Как много эти 110 лет в себя вобрали. Были отмечены грамотами и специальными призами призеры интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад и их наставники. Сегодня здесь на сцене Усачева Арина, победитель гран-при краевого фестиваля «Молодые дарования Кубани». Парилова Инна, второе место в муниципальном этапе краевого фестиваля конкурса «Молодые дарования Кубани». И Тищенко Диана, первое место в муниципальном этапе конкурса. Были названы имена выпускников школы, оставивших заметный след в ее истории. Их фамилии пополнили звездную книгу. Итак, мы приглашаем внести запись книгу Синотрусову Софью. Мы приглашаем для внесения записи в нашу звездную книгу Гончаренко Светлану. Мы приглашаем Людка Алину. Смурыгина Дмитрия. Попову Екатерину. На сцене выступали творческие коллективы школы, победители муниципальных и краевых фестивалей и конкурсов. Ночь светла над рекой, тихо светит луна. Артём, а твое достижение в чем? Ну, я хорошо учусь. А почему у тебя будут точно пятерки? Ну, точно будет по истории, географии, кубановедение точно, изо точно, русский точно, технология. Литература точно, технология точно. Почти все, кроме математики, короче.
Опа-на! И вообще, ученик 5 класса! У нас учатся отличные ребята, среди них отличники учебы, спортсмены, будущие художники и великие шахматисты. Один из них — Чернявский Владислав. Мы встретились с Владиком и его тренером Людмилой Николаевной Кошек. На шахматной планете нельзя не улыбаться, и наши дни листая, судьба шепнет не раз нам, что жизнь игра простая, с названием прекрасной. Шахматы. Могу ли я вам задать несколько вопросов? Конечно. Влад, а ты на шахматах так вспотел? Нет, у меня прошлым уроком была физкультура. Людмила Николаевна, расскажите, сколько ребят занимается у вас и в каких соревнованиях они приняли участие? В этом учебном году занимаются ребята в двух группах. Это второклашки в количестве 16 человек и пятиклассники, их 20 человек. Весной этого года прошло личное первенство Ленинградского района по шахматам среди учащихся школ. Ребята нашей школы успешно приняли участие в этом турнире. А затем были соревнования «Белая ладья». И ученики нашей школы заняли первое место в Ленинградском районе и отправились на соревнования в Армавир. Людмила Николаевна, а как шахматы вам помогают в жизни? Шахматами я начала заниматься с детства. Учась в школе, я участвовала в олимпиадах по математике и занимала призовые места. Ну а во взрослой жизни шахматы помогают принимать нестандартные решения и развивают логику. Влад, с чего началось твое увлечение шахматами? Мое увлечение шахматами началось с того момента, когда мне первый раз дедушка показал их. Они меня так сильно заинтересовали, что я стала в них играть, тренироваться, учить разные партии. В чем достоинство этой игры перед другими видами спорта? Шахматы – более логическая игра. И ни одного такого вида спорта, где надо было бы столько логики. Спасибо за интересные ответы. Школьное телевидение желает вам новых побед. Спасибо. Каждый учебный год заканчивается традиционным праздником последнего звонка. Смотрим! Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, мило школьные грезы. Привет, с вами Рябченков Олег, и сегодня мы расскажем о последнем звонке. Сегодня школьный двор заполнен до отказа. Кроме учеников и учителей, на праздник пришли родители, знакомые и друзья выпускников, гости и, конечно, ветераны педагогического труда. С особенной теплотой встречали на линейке учащихся 11 классов. В их адрес звучали пожелания успехов на экзаменах, добрые напутствия. Приветствуйте их! Под ваши нескончаемые аплодисменты это идут выпускники 2018 года. Физико-математический 11 А класс. Классный руководитель Татьяна Васильевна Филобок. Об этом классе можно сказать многое, но одно остается неизменным. Они могут подтвердить все аксиомы и вывести собственные формулы «отличная учеба». Благодаря неиссякаемому оптимизму, трудолюбию и заразительным улыбкам на их лицах в классе обнаружилось неисчисляемое количество победителей олимпиад, отличников, лауреатов в различных конкурсах и просто очень хороших, самобытных людей. Наградами были отмечены отличники учебы. С окончанием учебного года всех учеников поздравили представители муниципалитета и управления образования. Как всегда, было много цветов, песен, стихов и хорошего настроения. Школьное телевидение поздравляет всех ребят и учителей с окончанием учебного года. Пусть лето будет для всех счастливым и интересным. А мы прощаемся с вами. До встречи в новом учебном году. С вами были Шумилина Вика и Ворошнов Артем. Здравствуйте, Галина Ивановна. А вы наши контрольные проверили? Здравствуйте. Здравствуйте, Галина Ивановна. Вы проверили наши контрольные? Проверила. Здравствуйте, Галина Ивановна. Вы проверили наши контрольные? Проверила. Хотите узнать результаты? Да, конечно. Солнце
Поставлю на...